close to me. It feels like we are falling. It feels like we are free. Cruising down the city streets without a care. Living in this moment cause we know we're there. This is the adventure that we're gonna share. This is all the feelings in our hearts, so we'll stop and stay. Удара с ворот. Ну, это надо работать, наверное, на жизнь, чтобы забивать. Если уже появляются моменты, нет голов, значит надо работать на реализации. А в принципе, игру чуть-чуть наладили, как бы есть немножко уже и пас, есть и держание мяча, поэтому теперь будем работать над реализацией. 33% уже выполнено. Еще чуть-чуть, я думаю, и будет. Все нормально. Что получилось с этими вот моментами? В частности, у вас был такой хороший момент, когда Светлиденко... До приема мяча уже было принято решение отдавать передачу. То есть, поэтому уже была отдана передача. Если я принял решение бить воротом, я бы ударил по воротам. Ну, до приема я уже принял дать передачу. Поэтому так и получилось. А так, в принципе, хорошая игра. Где-то что-то не получалось. Замен очень много. Ну, ничего, будем играть, будем наигрывать и будем побеждать.